Основной состав Гомеля вернулся с каникул и провел первое занятие. В тренировке участвовали вратари Дмитрий Дударь и Олег Ковалев, защитники Бадри Акубардия, Егор Тройков, Дмитрий Игнатенко, полузащитники Иван Жесткин, Игорь Рожков, Дмитрий Терещенко и Антон Шрамченко, а также нападающие Алексей Теслюк и Дмитрий Халимончиков. Вместе с Основой тренировались и футболисты дублирующего состава, защитник Дмитрий Денисенко, полузащитники Данила Крухтанов и Павел Трофимчук, а также нападающий Петр Сгурский. Защитник Милован Капар присоединится к команде через несколько дней, а Руслан Юденков продолжает восстанавливаться после травмы. На данный момент в укреплении нуждаются все позиции. Как отмечает главный тренер Гомеля Алексей Меркулов, уход игроков – это нормальная ситуация для межсезонья. Планируется привлечение и известных футболистов, однако пока их имена не называют. Наша задача – готовиться и, когда наступит чемпионат, выходить и играть. Я не сторонник прогнозов. Говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому от прогноза воздержусь. Планируем в каждом матче играть на победу. Это самое главное. На предсезонную подготовку запланировано около 15 матчей. Ближайший товарищеский матч пройдет в воскресенье в Бобруйске. Туда рыси отправятся на игру с гомельским «Локомотивом».